Здравствуйте, это канал Максимадзе и... собственно говоря, Hello Neighbor сегодня у нас моды, там никаких не было. И сегодня мы играем в новый мод от Zdalt, часто появляющийся в наших роликах, он называется Red Moon. Red Moon Start Here. Этот мод весьма глобален. И... вот, нам надо выбрать вот такого соседа еще. Подождите, Old Neighbor или... Или это бонус, не обязательно. Old Neighbor, ну пусть стоит, я что-то немножко недопонимаю. Короче, наконец-то я закончил семестр. Впрочем, если вы смотрите это видео сегодня, то я закончил семестр еще в ту пятницу. Наконец-то теперь есть время записывать ролики. Правда, я за эти 3 недели отпуска отвык от записи роликов. Сейчас как-то даже не особо до сих пор тянет на них. Но поэтому нужно как-то продолжить так же, как в прошлом темпе клипал видео, и тогда снова привыкну записывать ролики без проблем. Короче, мы видим классные кат-сцены. Значит, сюжет этого... О, менюшка есть. Значит, какой сюжет я себе тут записал, перевел на русский текст сюжета. Сюжет Лукас Гарсия, главный герой в этой истории. Он живет в квартире один и работает детективом в этом районе. Не так давно с небом случилось что-то странное. Кажется, что луна красная. Все сфотографировали ее, пока не поняли, что это покраснение не исчезает. Оно перманентное. Люди начали волноваться, потому что никто не знал, в чем причина. Это может означать что-то плохое. Лукас хотел узнать, как это остановить. В один из выходных... он просто отдыхал в своей кровати, пока ему не позвонил его менеджер. Это были выходные, поэтому он был очень смущен. Работа была в подозрительном доме за городом. Лукасу доплачивали, если он исследует этот дом. Именно так он и поступил, а также со своим другом Лиамом. Теперь нужно выяснить, что происходит в этом доме, или это только этот дом вообще. Короче говоря, судя по скриншотам, и я частично геймплей видел... Этот мод будет очень крутой. И более того, графика здесь из Hello Neighbor 2. И звуки тоже из Hello Neighbor 2. Ну а так это первый Hello Neighbor все-таки. Первый. Вот мы видим красную луну. И нам нужно разбираться, в чем же причина. Люди пугаются красной луны, которая уже больше недели вроде как. Они боятся, вдруг это конец света. К сожалению, русского языка нету в переводе, но что-то попробуем понять. Нам звонят. Менеджер, у меня есть для тебя работа, я знаю, у тебя выходной, но это... О, что там такое? Это какой-то странный дом. Люди слышали крики оттуда. О, окей. Проверим. Классно! Да, ну он немножко корявые вещи держит. Короче, тут у нас есть диалоги. О, здорово, друган. Как? Есть у нас тут работа. Но у тебя же выходной. Да, но тут экстра заказ на какой-то необычный дом. Присоединишься? О, чё бы нет-то? Let's go. Тогда. Я английский не идеально понимаю, но, в принципе, что-то понять я пытаюсь. Что-то стараюсь понять. Покашливаю чуть немного. Надеюсь, не распалеюсь. Ну, тут не вся графика, конечно, из Hello Neighbor 2. Тут машина из реалистичного стиля рисовки первого Hello Neighbor. А вот табличкой... О, что это с ними сейчас было такое? Почему они такими жирными были, расплющенными только что?
Ой, графику понижать, видимо, придется, потому что что-то подтормаживает. Но катсцены крутые, мне прям нравятся. Но мод очень требовательный, и графику точно понижать нужно, да. Страшновато что-то. Да, очень рискованно. Давайте... Давай, я тебя потом подберу. Я тебе обещаю, я вернусь. Да, увидимся. Так. Да, вот я начинаю смотреть на дом, и начинает все лагать. Ну-ка, давайте по настроечкам посмотрим. Можно ли чуть-чуть снизить вот эти все настройки? Давайте снизим. Сдалт. Ну, чуть-чуть получше, конечно, стало, но все равно лагает не очень-то слабенько. Для разрешения, если придется понижать, то это, конечно, будет не очень приятно. Еще. Лагать не сильно-то перестает. А почему я вперед-то не могу идти? Не, тут какой-то скрипт еще должен быть. Так, потом отвечу на сообщение. Ой, лагает, вообще прям неприятно. Окей. Ой. А ну пошел нахер из моего дома. Вот сюда смотрю, вообще все нормально. Суперсила. Это чит-коды, что ли, какие-то? А, нажмите R, чтобы... Ага, можно наклоняться. А, можно позвать соседа. А, это рекомендованные настройки. Ага, тут еще и время суток сменяется. О, кстати, сейчас как-то меньше стало лагать. И что это за... А, я еще и замерзнуть могу. Это рекомендованные настройки, видимо. Текстуры с medium, draw distance medium, analytical medium. А у меня и так на медиум стоит все. Ладно, так, оставим. Suck Helper X FPS на P. Можно позвать соседа. Да, это полезная способность. Так, значит, что в этом доме у нас? Давайте разбираться. Да, лагает не очень-то, не слабенько. А учитывая то, что я записываю, тут от этого только сильнее производительность снижается. Учитывая, что идет из-за того, что идет запись. Но прям все текстуры просто тут заменены. Почти все. Тут паутинка, но за ней, похоже, ничего нету. Да, здесь есть анимация прятания в шкаф, в отличие от Hello Neighbor 2, до которой там не было анимации никакой. Так, о, посветлее стало немножко. Вот такой вот здоровенный дом. Не знаю, как мы будем тут шастать везде. Сюда надо ломик. Мы туда не попадем. Вечер. Да что такое, а? Вот с лагами, конечно, будет неудобно. Это на улицу выход. Господи, это баня. Баня ему зачем здесь? Просто не понимаю, зачем здесь баня. Надо найти на втором... мы же можем его звать. Отвлечь нужно его как-то.
О, тут же... О, тут... Поехали, поехали, поехали наверх. Да блин. Это я только выйду, он сразу же меня начинает преследовать. Где тут лестница наверх была? Да что ж такое? Он меня очень быстро находит. Эй. Подозвали к сараю, пусть там шарится. Ну я его где-то рядом. Слышь, капец, как лагает. Это ужас какой-то. Да блин. Он вообще не... Он вообще не был не там, где я. Где я это собирался. Куда я его звал? Ага, он на улице сейчас. Самое время пойти сюда. И наверх. Так, тут что-то открывается. Ага, сюда голову надо, наверное. Тормозит все это ужас просто. Так, ну туда нету прохода. Да блин, ну... я хотел туда залезть. Давайте еще раз такой же трюк провернем. Эй! И попробуем побыстрее немножко туда попасть. Тем более, когда на улице день, будет немножко попроще это сделать. Я думаю, он реагирует на мои эти... Да блин. В этом доме еще тесновато как-то, что ли, немного. Эй. Эй. Да что ж такое, а? Блин, от него фиг убежишь. Эй. Да... Он очень быстрый, от него еще и не убежишь. Я замерз. Эй. Ой, как все, как же тяжело, а. Сейчас надо попробовать все-таки пробраться в тот люк. Вот он. Ну спускайся, ё-моё, во. Ага, вот голова.
Голова есть у нас тут. И почему я замерзаю? Я же внутри помещения, разве нет? Дверь подперта была стулом, но это нам, видимо, не помехой было. Я поставил голову. Наверное, это что-то должно открыть было, но я не знаю, что открылось. Эй! Вот это беда какая. А что ж ты будешь делать, а? Спалил. Не, увидел. Надо понять, что открылось. Открылось же что-то явно. Явно же что-то должно было открыться. Он наверху там. Мне туда не попасть никак. Так, он ушел, только туда, куда надо мне. Проходов никаких вроде нет. Дом. Проблема в этом доме в том, что в нем не побегаешь толком. Он очень тесный. Эй. Эй. Сундук не открывается этот. О! Вот что открылось. Пила. Появилась пила. И... А вот куда только пилу? Может быть, доски отковыривать надо? А, стоп, я вспомнил. Я видел немножко геймплей, там дерево какое-то надо было спилить. Только какое, вот я что-то не помню. Сейчас мы замерзнем. Помнить надо, что какое там дерево. Да что ж ты делаешь-то? Нужно было пилить дерево, только вот я не помню зачем. Вот это. Там что-то наверху лежит.
Ага, это башка этого кабана, собственно. Собственно, куда бошку кабана ставить, я помню. Вон отверстие под бошку кабана. Сейчас сосед сюда придет, только пусть он уйдет сначала. А то фиг у нас что получится. Капкан активировал снова. Ага, ломик открылся. А вот ломик-то, я чувствую, нам пригодится. Во всяком случае, я видел точно, есть доска, которую надо открывать с помощью лома. Вот, одна из них вот эта вот. Вот как лагает, конечно, неприятно. Что у нас тут находится? Фейерверк. Только он нужен разве, фейерверк? Нужно ли нам вообще в ванну было? Я там ничего полезного не видел. Ага, вот, нам сарайчик нужен. Там доска была, тоже помню. Сейчас откроем. Счастье, это бомба, что ли? Туда не пролезем, похоже. Так, вон туда попасть как-то нужно будет. Помню, еще была лестница наверх, где это... Тоже дощечка была, которая загораживает нам проход. Сейчас надо ее проверить тоже. А, нет, тут не дощечка, тут ключ надо. Господи ты, боже мой. Бомбы что делать, это пока непонятно. Так. А консоль, кстати, работает? О, консоль в этом моде не работает. Где еще есть дощечки? И вообще, что нам еще нужно сделать? А, это типа шкаф такой. А выглядит как комнатка отдельная. Свой капкан, видимо, сосед вляпывался. Так, вот как в тот сарайчик попасть наверху? Угу. По веревке, наверное. Рушить все на своем пути, блин.
даже дальше-то? А, это опять сюда же. Да что? Вот где ключик? Вообще, надо в ванну посмотреть, потому что... Что-то мне кажется... Ну, не просто так же дощечка там была. Я не просмотрел ее целиком. Надо в шкафы идти проверить еще раз. Шкафчики надо проверить. Он там сам ломает все. Надо разобраться, что в ванной. Где эта ванна? О! Смотрите-ка. Ключ внутри лежит. Он, а почему он не берется? У меня же в инвентаре еще есть место. Эй! Эй! Взял. Так, ну это от чердака наверняка ключик, потому что ну от чего еще может быть? Эй. Блин, вот из-за того, что так лагает, очень тяжело нигде не застрять. Да блин, он просто везде, сосед этот. Эй. Да блин, мимо капкана в этом моде вообще не перепрыгнешь. Хорошо, хоть камеры не ставят. Ну, что тут у нас? Какая-то схема, я не знаю, что это. Эй. Пробираться бесконечно на этот этаж, конечно, не очень-то хорошо будет, удобно. О, он на улице, отлично. Идем тогда туда, пока он на улице. А, он уже здесь. Быстро что-то он попал сюда. Да блин, да он не перепрыгивал, он вообще не перепрыгивает туда. Туда вообще нужно прыгать? Где этот балкон? А может и нет, там окна, похоже, не открываются. Да.
Ой, господи. Он, видимо, слышит нас по бегу. Ой, а чё это мы... Ничего себе, блин. С этой машины что-нибудь сейчас упадет или как? Может, что-то и упало, я не успеваю разглядеть ничего. Ничего в машине нет, по-моему. Ага, холод, получается, не восстанавливается после того, как... Ну, господи, еще вот таких багов мне не хватает. Ладно, давайте идти дальше. Да не вниз. Я тут бегу и застреваю из-за того, что все тормозит. Слабый компьютер у меня. Не отрицаю. Так, ну теперь он точно запалит меня сейчас здесь. Что ты застреваешь-то, ё-моё? Тут закрыто. А здесь ключ какой-то надо. Какой-то ключ нужен здесь. Не понял. Почему я здесь оказался? Божок очередной какой-то, видимо. Здесь что у нас находится? Опять спальня. Сколько у него спален-то, блин? Что тут у нас что находится? А, так это я пришел отсюда. Так, господи ты, боже мой, а. Сложно, сложно все тут. Точно ничего нету здесь? Я точно ничего не проглядел. Никаких предметов не обнаружается здесь. Вроде на сундук можно нажать, но он чуть не открывается. Закрыт он, не закрыт, ничего не понимаю. Короче, ничего не понимаю. Это что у нас делает?
А, левой кнопкой нажать надо было. А не... Странно, что не Е. Да, блин. Я на отмычку нашел. Может быть, от того замка желтого, судя по цвету отмычки-то. Видимо, да. Сейчас посмотрим. Ага, под диван не спрячешься. О, он проглядел меня. Каким-то образом. Да что ж ты будешь делать? Ну, я не знаю, как сделать так, чтобы он меня не нашел, блин. Он на улице, так что у нас есть время, чтобы пробраться наверх. Но времени очень мало, он очень быстро нас находит. Да иди ты. Ага, правильно, все верно. Сосед уже здесь, надо подождать, пока он уйдет, и посмотреть, что в этой комнате. Ключик. Мертвая птица плавает. И может это вообще не вода, а какие-нибудь кислота не... Ох ты ж, ё-моё. Тут желтый замок и ключ карты. Так, надо отвернуть немножко камеру, чтобы... Стоп! Мы здесь уже были! А вон тут провод, кстати. Может, надо этажом ниже посмотреть? Ну, или провод, или веревка, я не знаю. А здесь заперто. Ну залезай, ё-моё, залезай. Для кого окно сделано? Залезай. Во. Хорош. Застрял. Вот как же здорово застревать. G. О, мы туда и летим. Классно. Бомбу сюда надо. Она сама взорвется, или мне надо чем-то ее активировать? CSGO вспомнил. Лопата. Неужели что-то нам надо откопать? Ну уж вряд ли сосед сюда попадет.
Но спрыгнуть нам придется. О. А чё надо копать? Ага, вот. Вот, что вот это копать надо. О, это ключик от этого. От той двери. А теперь ключ карты еще нужно. Собственно, где ключ карта, мы еще разберемся. Сейчас будем искать. Комоды не открываются эти. А, кстати, надо еще тот голубой ключ найти. Вот только где? Короче, ребята, посмотрел подсказочку одну. Надо в вентиляцию заглянуть. Которая находится в этой комнате. Вот. И там лежат ножницы. Но нам нужно сначала ее открыть. И взять их. Есть паутинки. И вот тут ключик гаечный есть. Давайте сразу же этот ключик применим, чтобы в инвентаре лишнего у нас не было чего. Вот где ключик этот голубой искать? Непонятно. Возможно, он в одной из паутинок находится, но многие паутинки я вижу, что пустые. Где выход вообще? Что-то еще есть в этом гараже или нет? Вот он ключ иззади. Я в подсказке нашел, что под машиной находится голубой ключ, но его задавила деталька, его не было видно совсем. Совсем видно не было его вообще. Сейчас откроем дверь, посмотрим, что находится там. Надеюсь, что там ключ-карта находится. Иначе чего еще не хватает? Провода идут сюда. Но что нужно, чтобы открыть вот эту... А-а-а! Вот что нужно. И ключ карты здесь у нас лежит. Окей, отлично. Теперь мы можем открыть ту комнату и посмотреть, что там внутри. Hello. Who's there?
У него что, в руках пистолет, что ли? Тебе повезло, что ты жив. Пощадил все-таки. Скинул. А, он скинул меня туда, вот, вниз. Там горки у него какие-то, ё-моё. Take meets. Дверь закрыта. Эй! Ага, теперь открыто. Какой-то кусок железного дерьма торчит в холодильнике. А, тут ничего нету. Так, лестница наверх у нас тут. О, Россия. Русская рулетка. Ё-моё. А, по мишеням стрелять на дачу. А, я думал, это рычаг какой-то. Что-то открылось, но непонятно пока что. Это, ой. Бежим, блин. Да залезай, твою мать. Фига ж себе, вот это да. Вот это неждан. Так, ну теперь с пистолета мне ни один враг не страшен. Пристрелю нахрен каждого. Здесь закрыто. Тут тоже и здесь тоже. Вау. А куда я поднимаюсь? Куда тут еще выше-то? Так, ну и... Так, откры... А что на меня... Твою мать! От такого любой бы обосрался. Фонарик есть. Что-то не работает. А, подождите, нет, работает. Обалдеть, вот это мод. И наконец-то, слава богу, вообще, что не лагает. Кто-то тут есть, говорят. Тут закрыто, и посмотреть туда нельзя. Red Moon. Это пометки какие-то, что ли? А, вот ключик. А, понятно. Короче, Красная Луна, это действительно... мы уже поняли, что это связано с этим... С этим мужиком странным. Интересно, интересно. Там еще какой-то замок. Grab the poster. Непонятно мне, для чего, что это такое. Господи, что это за ужас, ё-моё. Не открывается, эта дверь тоже заперта. А, ну мы можем зайти в окно, через окно зайти можем. Так...
Закрыто, тут тоже закрыто. А здесь мы что-то включили. А что именно, фиг его знает. Проводов я никаких не наблюдаю. Угу, окей. А вот и ключик серебряный. Ой, да я жму-то. А как оно тут оказалось? Да пошло нафиг, чудище. Это кто такой вообще? Ой! А куда надо, куда надо, куда надо, куда надо? Ой, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Что это за трэш только что был, блин? О! Хорошо. Что за долбанный дом, блин? Блин, чудище механические какие-то, блин. Ну, мне долго тут сидеть? Он, ну все, он уехал. Сколько мне тут еще сидеть? А мне кажется, у меня игра сломалась. Что-то ничего не происходит. И кнопка Escape тоже не работает. Я никак не могу отсюда вылезти, вообще никак не могу. Ух, ребята, мне пришлось два раза перепроходить этот подвал. Когда я во второй раз прошел, я застрял прямо в самом начале, где меня это чудовище начинало преследовать. Там я просто застрял, опять не мог сдвинуться, и меня сразу же опять ловило это чудище. Я просто, короче, там застрял. Потом еще раз подвал перепроходил, туда нельзя пойти. Спрятался в шкаф с первого раза. В этот раз ничего не заглючило, все нормально сейчас прошло. Так, тут какой-то ключик лежит. Вот какой-то дом, какой-то глаз на нем. Необычный. Заперто здесь.
Эй, иди нафиг отсюда. О, пистолет пригрозил, хотя я пистолет выкинул на самом деле. Эй, Лио, мне нужна помощь. Да? Ты как, в каком месте? Я тут... Я тебе скину локацию этого дома. Окей. Давай побыстрее. Потом поговорим об этом. Окей. Нужно быстрее. Окей, буду быстро. I'm going on a faster route this time, and I see a strange building with an eye on it. Wait, you need to go there. I'm inside the building. Okay, I'm pulling up there. Yeah, I'm inside. Wait, I think I see you. Why are you pointing the gun at me? That's not me. Didn't I just tell you that I'm stuck inside? Oh no! Он застрелил его, что ли? Полицию вызвал, видимо. Лунный проектор, ну да. Это его все. План был по поводу Красной Луны. Но зачем это ему нужно было? Вот это только непонятно. Обалдеть, просто обалдеть. Это мод. Луна снова стала нормальной. А, он еще жив или нет? Я что-то не понял. Так, дальше что у нас? Спустя 6 месяцев. It's already been 6 months since the incident of the Red Moon. Person behind this is still missing and locals are hoping to... А, нет, все, нет, он умер все-таки, да. О, to be continued, типа. Так, Red Moon, создатели. Но он не один, конечно, делал. Собственно, аниматоры. Моделирование кто делал. Специальное спасибо вот этим вот людям, которые играли в моды. Ну и я. Меня не записал, но тем не менее, Ю это типа я. Короче. Так, спасибо, что играли. А, 13.57. 13.57. Надо посмотреть, что это такое. 13.57 вроде бы. Ну-ка. Ну-ка, старт.
И сейчас проверим, что такое. 1357, 1357, 1357 же, да? 1357, как бы не забыть. Как бы не забыть. 1357. Так, вводим код 1357. Эй! Перформанс мод. Супер ключи выкинули, но, короче, какую-то суперсилу это надает. Ладно, с этим модом разобрались. Пожалуй. Прошли его. Очень много времени он у меня занял. На сегодня все. С вас Икос, подписывайтесь, сменяя печень видос. Подписывайтесь на влоговый канал, ссылка в описании, и группу ВКонтакте. Всем пока.